Всем привет, друзья, с вами Джокер. Ролик этот об ковке доспехов именно Архангела Рыжего. Ребят, сразу скажу, я вам всем советую, если вы не можете себе зачаровать золотой Архангел на плюс 6, то нет смысла вам пытаться там его годами ждать. Делайте Рыжий плюс 6 себе и желательно x5. Вот сейчас я вам покажу, как я их кую. Вот здесь я смотрю, что у меня есть уже броня, сапоги и кольцо. Я думаю, что ковать буду меч, шлем или броню. Ну и, короче, решаюсь я все-таки броню сделать. Пойду сейчас покровитель свой подготовлю. Обязательно сделайте неудачу перед этим. Если вы хотите делать броню, то делайте неудачу на броне обязательно. Если сапоги, то неудачу на сапогах. Ну и молоточек обязательно включайте на 4% золота. Соблюдайте схему, все это, то, что здесь будет показано, и куетесь. Замечаю, что в выходные лучше куется, особенно поздно, часов после 12, короче. Не знаю, правда, нет, ну, короче, большинство моих ковок удачных было сделано после 12 ночи. И часто это было на море. Вот последнее время на море чаще вообще мне куется. Не знаю, с чем это связано, но, короче, везет реально на море коваться. Вот так. Также, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте в курсе событий. Обязательно пишите в комментариях, как у вас успехи с ковкой, что вы куете, что не получается вообще, какие схемы вы используете, напишите свои схемы. Я куюсь на самых, так сказать, бедных схемах вообще, не затрачиваю я золотые камни, не трачу, кучу чертежей не делаю, всегда все минимум и всегда мне везет практически. Так что, ребят, смотрите сами, на 100% коваться дорого, вы разоритесь, у вас пару ковок и все, короче, весь ваш потенциал ковщика закончится. Поэтому куйтесь вы на бедных схемах, они реально только сталь у вас съедают, сталь сейчас в фонтане можно нафармить просто кучу. Ну и соблюдайте схему, вот здесь все по-простому было сделано. Соблюдайте ее, и вам будет вести. Это куется не только Архангел, так также куются и другие вещи 30 уровня, x5, x2, x1. Ну, x1 нет смысла, уж если ковать, то x5 или x2. И все, друзья, желаю вам удачи. Ну и не болейте, не хворайте, берегите себя. Всем пока.